Привет, с вами Саша Браун, и я сегодня хочу поделиться маленьким секретом, как я могу остановить мой срыв или жор на мою самую большую слабость – арахисовую пасту. Да, и сколько раз себе обещала, будет только одна ложка, но заодно идет вторая, третья, четвертая, и тут мне становится страшно. И что в этом случае я делаю? Я использую все, что жидкое, бякостное, что я не буду потом после этого есть. И я просто заливаю это, забрызгиваю. И я знаю, что после этого я не буду есть эту арахисовую пасту. Да, жалко денег, но мне будет больше обидно, если я переем калории, и потом мне придется их отрабатывать. Так что попробуйте мой маленький секретик, и я надеюсь, вам он поможет. Пока! Таким же способом можно поступать, в принципе, с любой вашей слабостью. Если вы видите, что вы не можете остановиться, используйте все, что у вас под руками для чистки, не знаю, мебели, жидкое мыло, все, что вы не сможете после этого есть. И я знаю, вам это поможет. Это я, в принципе, нашла этот прикол такой или пример, как избавиться от срыва в одном из моих любимых сериалов «Sex in the City», «Секс в большом городе». Да, так Миранда заливала шоколадный торт с этим жидким мылом, чтобы так больше не есть. Так что я знаю, это работает, и не только срабатывает на мне, но и на многих очень моих знакомых девушках, бодифитнесистках, бикинистках. Так что попробуйте, реально может остановить ваш срыв. Не срывайтесь, будьте здоровы. Пока!